Слушай, расскажи сказку. А ты слышала сказку про красную шапочку? Да, 1000 раз. Но есть новая, давным-давно, ну не так уж давно, неделю назад. И не красная шапочка, а красная кепочка. Садись, прокачу. Эй, Волка, дай мой чертеж из 3D-принтера. Мне надо его отвезти к бабушке. This girl in the street, she said, don't you?